нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых вооруженными силами Украины. На пункт Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. В районах населенных пунктов Новоселовская, Луганская Народной Республики, Першотравневая, Сеньковка и урочище Маньковка Харьковской области. Эти кадры сняты ровно в те минуты, когда из Москвы был получен приказ остановить штурм комбината «Азовсталь». Мы уже выходили...